мы тренировались, шагали, маршировали, гимны пели почти каждый день. Вот. Ну, ты, может, еще дома там что-то повторял? Было такое? Ну, да, иногда дома гимн пел, потом маршировал, выход из строя тренировал. Бесстрашием атак спасли мы русский флаг и дом родной, и наши песни. А коль придет беда... Юнармейская жизнь, то есть там всякие мероприятия, на них прикольно участвовать, и ты зарабатываешь всякие баллы, которые в будущем поможут тебе и в военной части, и сразу в военкомате. Еще нравится быть юнармейцем, потому что у тебя можно набить много дипломов в юнармии. То есть там ты собираешь диплом, и это для тебя уже как душевно. Когда ты вырастешь, ты посмотришь это все, и тебе будет приятно на душе. Будем верою и правдою служить. Вы дали слова верности юнармейскому братству. Несите их в сердце, не забывайте, потому что от вас зависит будущее нашей страны. Привлекайте в свои ряды больше и больше ребят. Дальше они будут уже участвовать во всех наших мероприятиях. Прежде всего, проходить подготовку по военно-прикладным видам спорта, принимать участие в наших соревнованиях, которые планируются у нас в следующем году весной. Это Зорница, это победа на муниципальном уровне. Ну и, конечно, участвовать в наших патриотических проектах. Мы будем...